Бля, я его не вижу. На 3 ассиста. Ваня тоже на ассиста. Волна пламени именно. Квадратик указ сбейте. Меня что только один раз есть сбить. А Клео в группе, тык на него. Или он не в дискорде Не, откуда-то. он не в группе. Блять, не в холле поведения, да, быть? Скажу тебе, если ты Клео. Я не знаю, твой голос. Кто это спросил? Это Хал. Кто? Да, ты в холле поведения был. А, Хал, да, в поле паладин. Этот, Паша, отведи череп от остальных. Женя, смотри, только на мобов не улети. Играем все по черепу. Женя, ты забери тех двух других. Играйте по черепу. Кто упал, вставайте сами, бегите. Прохильте в локате. Бегите немножко левее, я сейчас на себя квадрат поставлю, особенно РДшники, чтобы вас не откидывало. Играете по черепу. Квадратику сбиваю я косты. КД у меня, сбейте квадратику. Так, давай в Акати. Ты сбиваешь черепу. И этот. И Фокси. Хау и я сбиваю эту квадратику. Через стан, если что, сбивается. Не этот каст. Волна. Вот этот. Так. Ставлю рыбу. Слушайте. Да, сейчас закину вас в СМП. Напоминаю, выступление сразу снимаете, когда он поднимается на взлетку, включите лед, и РДшники выбегут на речку бить его. Все, на кого вешается метка, убегают влево. Паша нажмет на сейв. Также, когда он будет спускаться вниз, обязательно все РДшники убегите за спину. Он кливает на 180. Как готовность? Баф не иду, пожалуйста. Маша Будрева написал, отойдет. Пашка, все, пошибить. Ой-ой-ой. На пул я геев, тикей. Ничего. Под лицом главное, не стойте, куда до дыхания. Выступление снимите, хантики. Но быстрее, почему так долго? Почти убило, блин, все. Иди его сразу же сняли. Еще одно исступление, главное снимите.
Сняли. Молодцы. И кто здесь тоже исцеление снимать? Паша, вруби лед, РДДшники, идите на речку бить. Лед врубите, ДКшники. Нажми на сейф. Убежали обратно за спину. Выступление. Быстрее, 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 сейчас умрет. Умрем все. Появилось, сразу же снимайте. Этих мобов справа будем бить. Паша, ты командир, опять же. Женя, всех остальных. РДшники можете в квадрате, кстати. Твоя сила на исходе, древний. Чтоб вас не откидывало. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. По черепу играйте все. Смотри, не за пуль босса, Женька, только и чтоб тебя хилять могли. Срывались мобы. Филите-то лишь. Череп. Сбил каст. По квадратику также Хау и я сбиваю касты. Черепу, Фокси и Локати. Сбей Хау, квадратик. Следующий я касса бью. Это с другой стороны убьем. Напоминаю, у кого не написано, напишите рейндж 12 сантиметров. Милики свалите, РДшники остаются, только РДшники. Черепу также сбиваете. Квадратику то же самое. Как это назначено было. Я первый сбил. Или Алина зайдет? Квадратик указ бейте. Калич. Квадратик у меня когда? Хорошо. Черепы не сбили. Следующий собью квадрат. Диминишинг был. Не сработал. Из мордки зайдешь. Все. Паша, танчишь основного, на него печеньку держи. Женя, копию забираешь. Милки свалить отсюда. РДшники, напоминаю, вы можете забежать наверх. Вот здесь поверху рассредоточиться. Часть людей. Часть снизу, только рейндж держите 12. Все.
Все, иди гуляй, Паш. Пока не врывайте. РДшники, поднимитесь наверх кто-нибудь. Или хилые. Держите рэндж. Вакачи. Войд. Трэля близко подбежал. Это не 12 метров. Ты ж возле меня стоишь. Сегодня лучше раньше делать в прошлый раз. Паш, прыгни. Изморские, отбеги. Только стаки ему. Может постоять, пойти с меликом вместе. Там все мелики стоят. Сейчас троху танки сильнее сам будем сидеть с меликом вместе. Забери, 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 Женя. Все, кто упал, встаньте сами. Здесь произошли страшные события. Смотрите, босса не запустите пока. Все подбегите, потом запустим. Так, Войд, возьмешь СПДшные платки, Марухич СПДшные. Ой, Паша, я тебе тоже дам помощнее. Не, Марухич возьмешь, короче, ДДшные, Паша ДДшные. Я и Войд СПДшные буду. Мейсон. Алло. Быстрее давай. Ладно, его же босса не подбежит, не подбежит. Забегайте внутрь. Паша, ты стоишь, танчишь босса, Женя, ты моб. Женя, становишься в эту сторону. Полинор ТТМ от Фира, забыл называть. Вон. И на пулы все оставляйте в этого вакате. Первый на пулы в ГДК отдашь, Фокси ты. А Энлич МГ оставляйте на мобов на пулы. Да, еще перед боссом. Не спешите. Вас. Давайте Геру. Ну, Геру, Пашу, прохилите. Ну, ДКшника прохилите. Как он, походу, там стоит, блин. Не достаю. Он как будто за... Ну, естественно, он стоит за этим. За платформой. Загнем, все за платформой, нормально я стою. Подойдите ближе, босс. На пульте мобов. Вакати прохиньте. Берегите.
такое. Убегай сразу. Пущал. Да, он же не на меня бежал. Ну, мне тоже на его боя показывал. Мобов на пункте, на локате. Паш перед следующим устрашающим сейфом. Нажми. И Хау тоже может бежать. Не по ДБМ. Дает. Страшно, когда он идет на тебя, да? Ну, страшновато. Так, все, выбегайте. Сейчас в ГБ поставим, по 10 секунд людям пасочки взять. Еще раз напоминаю, Войт определенно будет СПДшные паски. Марухич, Пашка, Егеев, Дикей, ГДшные. А у кого СПДшные, извиняюсь, я забыл. Войт и определенные. Угу. Так. А сколько их там брать-то хоть? Возьми целый стак и по одной раздавай всем, кто тебе кидать обмен будет сейчас. Подожди. Напоминаю по тактике. Будет босс вешать дебаф. Дебаф первый, когда мы свиту выносим под хвост. Диспелить будет у нас... Давай, Марукич. Единственный человек, Марукич, диспелит. Так, выносим под хвост. Когда зайдем во тьму, выносите под сферу. Подожди, я на себя меточку поставлю. ГБ поставили. Все, вот я стою. А где ГБ? Сейчас ГБ поставлю. Так. Все, можете за СПДшными кидать обмен. Так, мы все стоим в печеньке, он на себя поставлю печеньку. Первый будет танчить Егеев Дикей. Женя, ты будешь выходить, как в прошлый раз выходил. Паша, ты тоже первый во тьму заходишь. Напоминаю, выносите дебаф, когда будет падать метеор, все перебегаем в другую сторону, никто ничего не докашивает. На 75% начинается вторая фаза. Началась вторая фаза, мы все заходим во тьму. Бьем босса до 100% материальности. Потом Вакати выходит с одной стороны, весь рейд выходит с другой стороны. Тоже будет заношен за печенькой. Постарайтесь следовать. Весь рейд выходит с другой стороны. Вот. Если на кого-то вешается дебаф, портал и не бежит. Вначале выносит дебаф, скидывает дебаф. Марусич, ты выходишь пред... Ты выходишь предпоследний, Марухич. Когда увидишь, что все вышли, ты выходишь, потом сразу же, Паша, ты выходишь. В любой ближайший портал. То есть, так ты, Паша, должен последний. Во тьме кто танчит? Ты. Я сразу захожу. Да. И босса чуть-чуть проводишь, прожмешься. Сейчас рыбку дам. Еще фласки разберу. А ты это кто, это Вакати? Что? Тьма и Вакати. Тьма будет у Егеев Дикей, Вакати. Вакати будет танчить третью фазу. Начинает с пула ДК, тьму заходит ДК. Танчит. И это, скажите мне, там его надо будет перед первыми лезвиями проворачивать или нет? Как они здесь вертятся? Чуть-чуть. Иди за сферками. И нет, если сферка за тобой, просто убегаешь немножко этот, нет, вперед. Если она перед... Я... Ну, только все. Просто, я, когда выйдешь во тьму... Я танчил на другом сервере, и там лезвия очень быстро крутились. Не, нормально здесь, кстати. Не быстро, не быстро. Все тьма, потом все выходят в свет, когда я скажу. В свет выходят только когда 100% материальности. Все. Можно еще пристабах дать? Вот. Дай... Войт пристаба. Паша, со стороны квеста иди пуляй. Да, сейчас кину сапрот. Подожди. Дайте обмен за сапротами. Быстренько, быстренько.
Так это проще тактика, сколько раз объяснять. Нужно просто научиться ее правильно использовать. Это самая простая тактика на этого босса. Все во тьму, все в свет. Короче, не буду углубляться. Все. Готовность. Это бурстовая тактика. Когда много ДПС, он вообще быстро падает. И что сейчас вы научитесь ей убивать, и в ПМ будет намного проще убивать. Забежали все за купол. Быстрее, быстрее. Стой, 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 стой. Да, 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 да. Ау. Все, бля. Проебали. Бля, тебя уже да, ну ладно. Ну, блин, мы выпили еще же. Один. Все, в печеньку все стали. Милики, на фул рейнджа бейте, в печеньке стойте. И на пулы все в ягеев дикие. Напоминаю, падает метеор, сразу же убегаем. Никто не ждет. Фокси выбежал. Метеор. Перебежали. Кто продиспелил? Тотем может. Тотем, тотем убрали. Не диспелит. Значит, кто-то ваш парил, либо он кош нажал. Этот. Хау. Ничего не диспелит. Диспелит Марухи сказали. Дай БР Маша потрухователю быстрее. Он у Маша выбежала. Маша выбежала. Из рейда. Под лицо не беги. Диспел, Марухи. Подай куся вот и БР. Скоро будет еще один метеор. Дебафните его. Приготовились. Перебежали все, быстрее. Блять, тут как раз дебаф. С печеньку встаньте. Вакати, Женя, выбеги. Отбегись от огня. Паша, заходи, прожмешься. Проведи его, два шага главное вперед сделал. И за печенькой побежали сразу же. Все зашли. За печенькой он у Маши опять выбежал. За печенькой перебежали. Перебежали за печенькой быстрее. Паша сейчас срежет вас. Паша, проверни немного. Сильно не ворочай, по чуть-чуть. Будрейвен выбежал. Макс, диспельте его. Хорошо. Все, сейчас уже не ворочаем. Милики, отбегите к печеньку. Трейлер выбеги. По чуть-чуть, Паш, подворачивай, по чуть-чуть. Сильно не надо. Милики, смотрите, видите лезвие? Кто не умеет, лучше не бейте. Паш, подверни еще. Видишь, миликом бить нельзя. Бля, я завис. Я завис, короче, в ноль. Тут уже выходить надо. Не надо выходить, мы 100% материальности. Ну хотя ладно, выходите, бейте такое, потому что, бля, я завис в ноль. Меня пусть убивает. Оу. Что там происходит? Понятно. Отдых понятно. Будет, или что? Да куда вы? Бля, чем короче. Она тактику слушает, сука, непонятно. Да, просто пиздец. Будем сейчас за такое минуса давать. Это во-первых. Во-вторых, кто не умеет бить, лучше не бейте милики. Плюс, Паша, видишь, лезвие идет так, что милики не могут бить. Ну, просто не вправе зачем тебе. Чуть подвернул тогда быстрее. И ты его постоянно чуть-чуть подворачивай, не сильно, чтобы милики могли бить, кто умеет бить. Ну, будут калечи, которые не могут бить. Всегда такое было. Конечно, бьется, но фул рендже всегда можно бить. Ждут, главное, правильно. Ну, я, короче, в ноль завис. Отлично, картинка стала. Хватит вздыхать на этом боссе. Поставил маму. Ученики, да. Не убирай, Кадима. Я
Вообще бабки мне шли. Маша, заходи. Еще раз, задисплеит метку, когда ее не нужно дисплеить, получит мент. Что эта метка нам заруинила, не спала. Да нормально. Все, все, кто готовы, забежали к печеньке. За круг вот этот, потому что если не забежите, вас не пустит бот. Макса Будрэвен. Маша. Маша. Ну просто крест остался на себе. Не знаю почему. Может метка, наверное, повесит. Все. Припоты на первой секунде. И никто босса не бьет, пока босса не поставит. Все. Печеньку стали. Печеньки бьете. Скоро будет метеор. Перебежали. Никто ничего не докажет. Сразу перебегаете. В огне не стоим. Скоро будет дебаф. Приготовились выносить дебаф. Квакачи, Женя. Походу будет второй метеор. Да, будет. Приготовились второй метеор. Да. Перебежали все равно. Перебежали. Паша, заходи. Перебежали за печенькой. И под лицо не выносите к нему. Делит, Аня, выбеги. Аня. Аль, делит. Так, что-то лезвие сейчас вообще хуёво, по-моему, нет? Не, сейчас нормально, нормально. Нет, смотри. Тебе только придётся. Через... Всё, отбежали все в печеньку. Я же сказал, отбежали все в печеньку, милики, чё непонятно. Полинор выбежал. Паш, двигайся. Всё. Калич, если не видите, ну бегайте, скажу, говорю, я не зря говорю, убежали. Скоро будет дебаф, приготовьтесь. Он у мастер. Под лицо не беги только. По чуть-чуть, еще, Паша, чуть-чуть. Все, хорошо. Мелики могут бить. Чейнку снова. Ну вот и все. Привыкайте бегать в метки. ВК тяжение выдержал. Продолжаем бить босса. Никто не выходит. Портал не нажмите. Женя, ВК тебя дамажит. Женя, ты потом, когда 100% материальности, ближайший портал под лицом. Стреля, выбежал. Сейчас Уинер постреляет за ней. Когда выйдешь, БР отдашь по Мейсону. Бета-тестер сам встанет. Кей, выбежал. Еще 10%. После следующих лезвий будем сразу же выходить. Мы выходим за хвостом в портале. Женя, ты в ближайшем. После следующих лезвий.
БВУ Дрейвен выбежал. Все, лезвие заканчивается, в локате ты выходишь под лесом. Все готовьтесь за хвостом выходить. Женя, выходи. Я самый последний, да, выхожу? Да, да, да. Ну, я Женя. Попал. Мяч, ну, что ты? Что ты там? Давайте актив. Я выхожу. Блин. Все, выходите, выходите. Давай Геру, кто вышел. Блин, мне показалось, что тебя не было. Че ты не вышел, что ли? Будь возле портала, готовься. Выходите сразу. Блядь. Ну, я же говорю, после лезвия встань возле портала сразу. Ну, что сложного? Я, блядь, не могу понять. Ну, блядь, давай еще один. Да просто возле портала сразу встань. Там портал поменялся. После лезвия он в другом месте немного, и все побежали в другом месте. Значит, дело мы не из-за этого. Должен был в Акате, должен был жить. Он не выстал. Все, и мы из-за этого сдохнем. Пошли еще раз. Так, Войд, дай минус Мейсону и бета-тестю. Лезли, сдохли. И Фокси за прошлый трек. Ну, сейчас тебя сложило, потому что половину людей сдохло. Еще раз. 100% мочи реальности. Ждем лезвия. Лезвия прошли, сразу добежите к порталу. Весь рейд бежит любой. Можно сбоку к порталу, можно сзади. Только после того, как я скажу, можно выходить. Женя должен первый выйти в Акате. И сразу же прожимается. Плюс его пропил. Паша, то же самое. Ты когда будет последнее лезвие, нажмешь фейсбаунд. Ну, когда я буду говорить, выходим. Тут на в Акате повесился баф. Хорошо. Твоего избавлен. А избавлен не пропадает, потому что когда я перехожу в портал, щиты мои пропадают. Смотри. По идее не должен. Сески всякие пропадают, точно. Не работают. Орехи, в теории тоже должны. Но избавлен по идее не должен. Все, давайте, собрались, не умирайте, как Калич. А дайте кулак по ханта. Их, должен обязательно хил выбежать какой-то и сразу в Акате поднимать на пол. То есть, без печенькой тусите. Чего не хватает мне? Все, дали уже кулак. Все. Несложно же, просто, блядь, сделайте, что от вас просят. Смотрите, немножко босс подвернулся чуть-чуть. Или перебежали. Быстрее бегите, потому что там мили какой-то стоял впритык, бил босса. Сейчас зацепит половину людей. Еще раз, милики, замечу, кто-то будет не в печеньке стоять бить. Вот, чтобы такой хуйни не было. На фул рендже стойте, привыкайте бить босса. Ну, сейчас чуть было бы хэмка, вы похоронили бы кучу людей. Вот, Мейсон, что ты стоишь прям впритык босса бьешь? Будрейвен, выбежу. Но можно на фул рендже бить. Это дракон. Скоро будет еще один метеор. Приготовились. Не спешите бежать, куда побежал? Перебежали. Паша, выходи. За печенькой сразу. Эмобой выбежал. Эмобой быстрее. Милики, отбегите в печеньку. И за печенькой перебежали. Паша, чуть-чуть подкрути босса. Так, куда его? Перебежали в эту сторону, правильно все. Подбежали за печенькой, быстрее.
счет подкрути. Все. Мильки, бейте, кто шарит, как бить. Фокси. Все, все, стоп, 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 стоп. Фокси, выбегай, алло. Под лицо не беги, куда без искры. Сейчас умрешь. Ваш, блядь, ладно. Смотрите, когда будете бегать в лужу, не зайдите в лужу. Нормально, нормально, стоп. Бета-тестер, Саня, вынеси нормально лужу только. Смотрите в лужу, не забегите, кто бегает. Милики, аккуратно. Под лицо, Паш, подкрути, а то сейчас дыхнет во всех. Еще крути. Еще, еще. А я сейчас на лезвие наткнусь. Ничего страшного, они тебя не убьют в обычке. Подкрути. Лишь калич вынес в лужу, хреново. Куся, Уэйнер, пострелят, трусователь, выбеги. Милики, смотрите, сейчас умрете, Паша. Аккуратно. На фурнже бейте. Его надо крутануть. Куда дыхание сейчас будет? Под лицо не бегите. Я и говорю, его надо крутануть вот так. Чтоб лезвие было с другой стороны. Крутани. Под лицо никогда не бегите, это сразу смерть. Анлит выбежал. Во, вот так вот должен был на фуренже, на фуренже. Под лицо не лезьте. Ну, диспо. Так, следующее лезвие, готовься, Женя. И весь рейд тоже готовься, плюс пасты готовься. Отдаю Т4. Сейчас. Угу. Женя вышел. Женя вышел. Все, я дал. Спрокидывайте локатель. И выбегайте, выбегайте. Портал сменился опять. Спрокил локатель. И все в печеньку стали. Только я выбегу сейчас вначале. Выбегу. Диспел. Понятно. Геру дайте. Все выходите. Маша, дай БР по мне, Юра по Марсезу, Изморский по Эмобою. Еще одну Геру дайте. Энлит, выбеги. Метеор скоро будет, приготовьте. Падает, перебежали на другую сторону. Фокси, выбеги. Метеор, перебегите. Ай, выдохнул. В смысле, еще есть Полинор, который тоже Рестер и Лен. Потому что тоже не нужно хоста кричать. Я вряд ли получу. Плюс хэпалы есть. Еще плюс хэпалы. Конечно, ладно, все. Будешь на минусах. Потом отнимешь всем, кто от лезвий сдох. Раздвоенный пояс. Епешьте. 10 стреля первый. Раз. Хау первый поставил 100. Перебивает. Дайте Порше от раз, мы полетели сразу. Да, только не заходите в инст, пока мы все не улетим. Чудо нужно будет. Да понятно. Стрелять. Прием. Слышно, прием. Да. У меня, если что, прав нету. И это надо видюху почистить срочно, а то у меня до 95 градусов нагрелось. Ну все чисти, я сам тогда займусь. Иди, иди занимайся. Или тебе это надолго? Тебя заменить? Я не знаю сколько. Полчаса точно. Да, лучше заменю. Ну, я тебя заменю тогда пока.
Хорошо. Этот... Подождите, на груля давай. 3800.